Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Strike Force от Marvel. Ну, естественно, ребята, если я записываю серию, значит, сегодня будет какое-то открытие. Ну, для начала, да, я открою эту сферу. И хотел сказать, ребята, что я вступил в новый клан. Так, как мне показать-то вам, что за клан? Что за клан? Клан русскоязычный, ребята. Так, сейчас я награду заберу здесь. Вау. Что это у нас такое? Что это за шарики новогодние? Так, ну вот, ребята. Клан можно посмотреть вот здесь, Альянс. Ультиматум Академия называется. Вот. И вот, в принципе, сила коллекции. В общем, пошли. Я нахожусь здесь. Вот я. 83 уровня. Ребята есть намного ниже меня по уровню и имеют мощи больше, чем я, ребят. Вот так вот. Это говорит о том, что я все неправильно делал. А может быть и правильно, но что-то не доделал. Ну, в общем, ладно, ребята, об этом не будем. Сейчас смотрите, мы на войне альянсов мы проигрываем. Да. Ладно, заберем здесь энергию. И что я хотел? И, конечно же, ребята, будем открывать сейчас с вами новых персонажей, коих накопилось, по-моему, 5 штучек. Прошлой серии я уже вам говорил, друзья мои, у меня не получилось записаться. Точнее, она записалась, но там не было голоса. То есть микрофон отключился, и поэтому, кстати, надо сейчас глянуть. Здесь хоть идет? Не, все нормально. Здесь, слава богу, все идет. Бегунок, как говорится, прыгает, значит, запись идет. Так, сейчас я заберу здесь, ребят, награды, и уже, наверное, пойдем на открытие персонажей. В прошлой серии, друзья мои, я вам не показал. Точнее, как бы я снял, но я эту серию не стал выкладывать без озвучки. У меня появилась, по-моему, пересмешница, если я ничего не путаю. Вот, пересмешница и, по-моему, железный кулак. Хотя я могу ошибиться, ребята. Или железный кулак, или Ника Минору. Ну, кто-то вот из этих. Сейчас точно не вспомню. Ну что, давай начинать с открытия, ребята. И первым, кто у нас будет, это Ронин, друзья мои. Герой и город Навы Гуяны, новые мстители. Это новые мстители. Так, а что про него он пишется? После того, как щелчок Таноса унес жизнь его семьи, Клинт Бартон отказался от роли Скалиного Глаза и стал Ронином, выслеживающим преступников и злодеев, которые, по его мнению, не заслуживают жизни. А, ну вы поняли, да, ребята? Это Соколиный Глаз, когда он стал мстителем. Вот кто такой Ронин. Так, ну что, он умеет у нас 3 звезды, 2 красные, 1 желтую. И первые это у него, ребята, мстительные удары. Он наносит основной цели 60% проникающего урона. Также атакует одну ближайшую цель, нанося 40% проникающего урона. Когда этот персонаж проводит контратаку или приходит на помощь, он снижает шкалу скорости основной цели на 5% и еще на 5% за каждого союзника из новых мстителей. Контратаки прерывают цепочку атак, эту атаку нельзя заблокировать. Понятно. И второе, ребята, это уборка дома. Она наносит основной цели 90% проникающего урона. Также атакует одну ближайшую цель, стоящую на удалении 2 шагов от предыдущей, нанося 90% проникающего урона. На эту атаку нельзя ответить контратакой, ее нельзя заблокировать. Но он такой, ребят, честно говоря, истинный рукопашник, истинный боец. Ну что ж, неплохо, неплохо. Двигаемся дальше. И второй, ребята, это у нас Мерзость. Ну, насколько я помню, это не свежий персонаж, но я его только сейчас открыл. Очень тяжело, ребята, на него копились у меня карточки. Если кто знает, пишите мне, пожалуйста, в комментариях, как этот вам персонаж. Нравится, не нравится, хорош, не хорош. В общем, это злодей Мир Био Буяны Гамма. Вербуем. Мерзость действительно выглядит как Мерзость. 3 звезды у него, ребята. Так, ставший монстром под воздействием гамма-радиации, Мерзость использует свою силу и шипы, чтобы рвать врагов на части. Нифига себе, рвать аж прям. И первый, это у него яростные удары. Наносит основной цели 90% проникающего урона. Также атакует одну ближайшую цель, нанося 40% проникающего урона. Контратаки прерывает цепочку атак. Понятно. Оглушительный хлопок. Это вторая, ребята, у него способность. Наносит всем врагам 110 проникающего урона и накладывает ослабление нападение. Дает плюс 100 единиц процентов дополнительной концентрации для атаки цели с ослаблением защиты. Эту атаку нельзя заблокировать. Вот такая вот, ребята, мерзость. Но выглядит он, знаешь, больше на какую-то амфибию. По ушам. Ну, мерзость.
одним словом. Ну что, ребята, наконец-то я получил капитан Картер, наконец-то. Кто же ты такая? Неужели ты подруга капитана Америки, а? Ну-ка, читканем, друзья мои. Во-первых, это герои мир биоподдержка. Ага, и перерождение. Поддержка, значит. Стив Роджерс был ранен и не успел принять сыворотку суперсолдата. Вместо него она досталась агенту Пегги Картер. Так она стала защитницей свободы и целительницей команды проект перерождения. Ты понял, как она Стива Роджерса просто кинула? И хватит его сывороточку. И вот она теперь стала такой. В общем, первая способность — это хорошая взбучка, наносит просто 90% урона основной цели. А вторая — это акробатическое правосудие, дает отражение. В рейдах накладывает на всех союзников с команды перерождения отражение, наносит основной цели 100% урона. Неплохо, ребята, совсем неплохо для начала. Я могу еще даже на ранг поднять, друзья мои. Опа. Нормалек, я тебе скажу. Неплохо. Сразу ей еще и ранг поднял. Ну что же, а следующий, ребята, это Канг Завоеватель. Так, преступный гений из 30-го столетия, переместившийся в наши дни с помощью своего футуристического арсенала оружия Канг, обходит усиление защиты и продвигается все ближе к своей мечте о том, чтобы покорить само время. Гений из 30-го столетия. Ну что ж, давай завербуем, ребята, его. Так, у него три звезды, как мы видим. Удар времени и предвиденные удары. Злодей, космос, техно, бластеры, повелитель зла. Вот так вот. Ну что же, первая способность, ребята. Удар времени наносит основной цели 80% проникающего урона. Если у основной цели есть уязвимость, заполняет шкалу скорости этого персонажа на 5%. Наносит врагу с наибольшими потерями здоровья 10% урона. И предвиденные удары наносит основной и ближайшим целям 120% проникающего урона. Эта атака игнорирует усиление защиты. Ага, значит, те, кто усиливается, ему плевать на это усиление. Он просто его пробивает, ребята. И новый ранг еще. Сразу же, друзья, мы еще и ранг ему повышаем. Это очень круто, ребята. Ну и последний боец, это у нас Баки Барнс. Тоже, ребята, на него долго копил. И вот, наконец-то, я накопил. Кто он такой? Баки Барнс. Лучший друг Стива Роджерса, то есть Капитана Америки. С подросткового возраста выходит на передовую вместе с другими захватчиками, нанося многочисленные удары по врагам. Но я видел его в деле, как он, ребят, стреляет. Мне понравилось. Бомбит он, конечно, круто. Потом прикладом добивает, потом еще пинает там. Такой нормальный мужичок. Ну что же, первая у него способность — это боевая винтовка. Наносит основной цели 80% урона, если есть готовность. Также атакует одну ближайшую цель, нанося 80% урона. Теряет один заряд готовности за первую и каждую последующую атаку. Ага, на эту атаку нельзя ответить контратакой. Неплохо. Вторая способность, ребята, дробь. Наносит основной цели 100% урона. Ага, проводит дополнительную атаку против ближайшей цели за каждый заряд готовности. Максимальное число ближайших целей 5. Дополнительные атаки игнорируют скрытность. О как! То есть он может и скрытных врагов видеть. Ну что же, ребята, я очень рад. Я очень рад, что мы с вами открыли еще... Оу! Мы ему можем и ранг поднять. Что-то как-то везет нам. Несколько бойцов, да еще и сразу получили повышение в ранге. Вот не знаю даже, что. Стоит ли тут кого-то из них качать. Канг, Капитан Картер, Ронин. Затрудняюсь даже сказать, если честно, друзья мои, вот это вот все хочу прокачать. Не знаю, почему я на ней помешался. Просто, ребят, хочу ее прокачать, и все. Да куда ты? Какой? Да не надо мне в бой. Ну что ты, что ты, что ты, родной? Отстись. Да, на нее дофигища нужно, ребята, элементов. Капитан Америка. Подожди-ка, а этот? Этот улучшаться не хочет. Тогда я лучше Капитан Америку прокачу. Ой, Капитан Америку. Железного человека. Качну чуть-чуть. Вообще акцент делаю, ребята, как мне посоветовали, на Биврест. Качать их. Ну, качай помаленьку. Он блоки уже докачал чуть-чуть.
Бета-рейл Билл скоро, ребята, прокачается у меня на следующий ранг. А вот Сильвия и подросток Локи тут, конечно, немножко сложнее, ребята, идет все дело у меня. Так, что у нас тут? 5 этапов. Ну-ка, давай-ка здесь. Ого, ого, 75 на ястреба. То есть есть гарантия, что мы его сейчас можем повысить по уровню, да? Раз нам дали 75 карточек на него. Такой шанс есть. А, друзья мои, я помню... Нет, нет, нет. Железную деву я открывал раньше, поэтому нет. Хотел, думал, что... Вспомнил, что я вроде как ее открыл. Нет, ничего подобного. Что тут пишут хоть? Все привет, приглашаю в альянс активных. А, ну это... Это мир. Ё-моё, я в мир. Это ангар, пардон. Ой, 13к на оружейный. 13к на оружейный. Так, у нас еще есть, ребята, очень много энергии для того, чтобы здесь заюзать. Давай заюзаем, наверное, откроем. Что у нас есть? Ну, тут можно, например, 120. И вот здесь еще 12 добьем. И гляну вот здесь вот. Вот тут вот. Сколько? 50? Ну, давай 24. 20 звездочек. 24 и... Вот тогда тут еще. Автопобеда. 2 по 12 возьмем. Так, отлично. Так, энергии у нас больше, как ты видишь, нету. Космическое испытание, друзья мои. Ну, защита у меня уже стоит. То есть атаковать я пока не могу. Ладно. Сколько? Через установить защиту 2 дня. Что-то как-то долго. Эпическую кампанию не могу продолжить. Валят меня здесь, ребята. Валят по-жесткому. Нет, это только уже с новым днем, ребята, они. Хотя, нет. С новым днем они у нас откатываются. И я потихоньку-потихоньку прохожу. Вот здесь вот прошел. Теперь сюда. Там сюда 5,26 миллионов, ты представляешь? Ёпарасоте. Это жестко, конечно. Для меня, ребята, это серьезно жестко. Так, в налетах. Давай-ка я, наверное, симуляция есть. Быстренько так вот сделаем с тобой. Награды я уже здесь все получил, так что чисто вот ради очков иду сюда. Так, давай посмотрим, что у нас тут по сферам. Ну давай. Нормально. С пивком пойдет, да, ребят? Так, а вот это что у нас? А, до 30 осколков Крейвена охотник. Ну, может быть, я все-таки открою его. Давай по одной будем открывать. Да, конечно, ага. Вот че-че, а... 20. Все равно Крейвена, ребята, не открыл. Блин. Я хотел бы его открыть. Там, наверное, еще дофигища мне нужно на него, честно говоря, получать карточек, чтобы его открыть. Так, давай посмотрим. 6000 баллов. Ух, что мы тут можем взять? Эх, я даже не знаю, друзья, что тут брать. Шерон, Баки. Вот это тоже не пойму я. Это ново. Это способности черной кошки и способности ново. Почему-то только на них дают способности. Ну, здесь я возьму Колин Квинт. Я хотел, как бы, наверное, докачать все-таки. Кстати, по поводу... Да, ребята, мы можем стервятника качнуть. Чуть-чуть. Чуточку прокачать. Возьму я Колин Квинкс. Фиг с ним. Так, ну здесь, наверное, нечего ловить здесь. Тут, наверное, тоже нечего, да? А-а. Ну, а здесь я открою вот эти вот сферы. Ну, вроде бы... Может быть, взять все-таки Баки, а?
Енот мне нужен. Нужен он, ребята, он мне для событий, блин. Так-то как бы он мне не вперся никуда, но он для событий пригодился бы. Так, у меня еще арена недопройдена. Ладно, это все потом. Так, что там у нас? Повышение уровня у стервятника, да? Ребят, мы видели с вами. Вопрос. Куда стервятник делся? Вот он. Новый ранг. Новый ранг. Опа! Ребятушки. А мы можем пойти за Шури. А ну-ка. Братец, у нас все получилось. Ты как раз вовремя. Нам поступило сообщение от Ультимуса. Правитель Ваканды, я слишком долго терпел ваше существование. Если не признаете мою власть усиленной, первый легион сам захватит вашу страну вместе с порталами. Ты не первый военачальник, который пытался отобрать у меня королевство. И как и все до тебя, уйдешь ни с чем. Сыворотка готова? Скоро узнаем. Ну что же, ребята, команда у меня только такая. 200 карточек на Шури получить, это было бы очень даже неплохо. То есть это я сразу ее смог бы прокачать по рангу. Склонись перед мощью Ультимуса. Если получится их подавить, мы сможем ввести сыворотку противоядия. А, противодействие. Если я все правильно рассчитал, эта доза запустит цепную реакцию. Освободим одну партию симбиотных клеток Карнажа, и все остальные высвободятся по их телепатической связи. И мы обезоружим Ультимуса. Хотелось бы в это верить. Ну что, давай начнем. Сколько тут? 12 врагов у нас будет. Не знаю, насколько я силен. Вот это... А, он же, блин. А что-то как-то, мне кажется, мы... Слабовато. Призывает помощь. Поехали. Это самый сильный, получается, у меня персонаж, да? Блин, там с провокацией стоит, блин. Колотушка такой пум-пум. Настукивает там. Давай паутинкой. Отлично. Так, это кто это? Это Минерва же там, ё-моё. Да ядрён матрён. Возродить сейчас кого-то. А, нет, кровотечение повесило. Носорог, давай, побежал. А, нет. И ни по кому... ни по кому не попал, молодец. Вот это я понимаю, чувак дает. Давай, шоковый. Вот так вот. Ну и осталось у нас тут Минерва. Следующая команда, опять же. Опять берет провокацию. Вызывает помощь. На Шури лезет, понимаешь? Он лезет на Шури, гаденыш. Фига вы там. Ну их тут дофига, ребята. У меня массовые атаки есть вообще? Вы дадите мне ход сделать сегодня или нет, блин? Пипец, блин. Так, одного убрали, второго убрали. Поехали. Слишком мощный, что ли, чувак? Какой-то непробиваемый. Ты посмотри, а? Я немножко в шоке, а фиг... Сфига ли он? И даже тут он его не пробил. Неужели? Молодец. Так, это последние ребятушки здесь стоят. У тебя же контратака стоит. Почему он меня контратакует? Я не могу понять.
Ну-ка. Так, минус. Этому тоже минус. Ну, я тебе скажу, ребята, 200 карточек будут наши. Носорог такой тупой, а. Просто как сибирский вальнок, ребят. На, лети отсюда, пташка. Чтобы не давали симбионы солдатам первого легиона, эти силы больше не действуют. Сыворотка сработала. Ух, шанс, что сработает, был, ну, где-то 50 на 50. Ну, может, 60 на 40. Волновался, чувачок, волновался. Да, друзья мои, Шури, 200 карточек на нее получили. То есть я еще сейчас ее повышу по рангу. И останется последняя, ребята, категория 7. Ну, тут надо 7-звездочных персонажей всех причем. Так, заберем здесь награду. И смотрим. Шури у нас не прокачанная, поэтому она где-то в низинках у нас должна находиться. Вот она. Прекрасно. Ну что, ребята, еще 300 и все, это фул. Фул прокачка будет. 300 это максималка. 300 это максималка. Что я хотел? Хотел вот этого парня чуть-чуть поднять. По уровню 66. Энергии нету, поэтому, ребят, я пока здесь ничегошеньки сделать не смогу. Ну и серия была, в принципе, для того, чтобы, ребята, открыть новых бойцов. Ну и Шури, конечно, сегодня получили. Очень даже неплохо, если честно говоря, вышло. Так, ну что, дорогие друзья, тогда на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!